Всем приветики, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? У меня такие новости классные. Представляете, я участвовала в розыгрыше в Инстаграме и выиграла приз. Сейчас ко мне приедет девушка и привезет подарок. Я такая довольная, вообще так неожиданно. Поэтому я собралась, вышла на улицу, потому что она сказала, что пофотографируемся. Все, жду сейчас ее. Получу приз, а дома покажу, что я выиграла. Приехала моя девочка, я бегу к ней. Вот она, красавица, привезла мой подарочек. Привет. Подарок пришел, привет. Спасибо большое, я так рада, вообще так неожиданно, просто супер. Спасибо большое. Это тебе с женским днем. Да? Да, милая. Спасибо большое, ура! Так что, друзья, участвуйте, участвуйте, выигрывайте, все реально, все реально. Все реально, это точно. Рада тебе поздравить с 8 марта. Привет всем твоим подписчикам. Да, кстати, а Машуля еще отличный психолог, а также наращивает супер красивые ресницы. Вы, наверное, видели в моих влогах предыдущих. Так что те, кто из Минска хочет красивые реснички, пишите в комментариях, я обязательно вам дам данные Машуле. Спасибо большое. Я так, буду рада. Придем домой, покажу подарочек. Давайте посмотрим, какой же подарочек я выиграла. Это лосьон для тела фирмы Tiffany & Co. Представляете? Made in Monaco. Произведено в Монако. Обалдеть! У меня вообще никогда такого лосьона не было. И вообще вот такой вот фирмы. Класс! Так что сейчас откроем его, посмотрим, какой он, и попробуем. И вот такое вот здесь вот послание было. Ой! Сейчас посмотрим, что же мне написали. Вот. Так, милая Катенька, от всей души хочу тебе пожелать баланса во всем, в твоей семье, в твоем развитии, в твоем блоге и самое главное в себя. Ты прекрасна, добра и красива внутри и снаружи. Помни, что ты уникальна и цена сама для себя, а значит для других. Шлю тебе только позитивные флюиды. Обнимаю. Класс, очень приятно, спасибо большое. А сейчас давайте наконец-то откроем вот этот лосьон Tiffany. Так. Обалдеть, какой он красивый. Посмотрите, класс, какая крышечка. Боже, какая прелесть, так приятно вообще. Вот я никогда, честно сказать, не выигрывала никакие призы, никакие подарки. Ой, приятный. Боже, он такой парфюмированный, очень приятно пахнет. Так. Вот такая вот консистенция. Нежный-нежный. Пахнет духами и... Не могу, правда, понять, какими духами, что-то знакомое. Так что, дорогие друзья, участвуйте, участвуйте и выигрывайте. Я думаю, этот лосьон будет очень красиво смотреться на моем столике. Правда? Так что вот, будет теперь здесь стоять, меня радовать, поднимать настроение. Ну, если я, конечно, весь его не израсходую. Вот, так что, дорогие друзья, спасибо большое, что были сегодня со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много чего интересного. Так что увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.